Всем привет, меня зовут Ольга, вы на канале Краски Праздника. Это видео будет о моих брошках. И хочу сказать, что я очень люблю броши не только носить, но и их создавать. Видео о вышитых бисером брошах у меня на канале достаточно. Все ссылочки будут в описании. Если вам тоже интересно, то обязательно посмотрите, мне будет очень приятно. И захотелось мне все-таки вам показать те броши, которые у меня есть, так скажем, в маленькой коллекции. Их на самом деле не так много, но они достаточно интересные, красивые, и хочу с вами им поделиться, показать. Первая брошь, которую я вам хочу показать, это вот такая вот красивая брошь, куплена в Lady Collection. Достаточно уже длительное время назад, вот такого вот она вида, переливается очень красиво, в таких янтарных оттенках выполнено. Здесь много-много страз, камушков, такого вот вида брошь. Вторая брошка, вот такая вот винтажная брошь, тоже очень красивая. Она такого цвета золота, но она, как видите, уже достаточно поистерлась. И я вот не знаю, как бы ее отреставрировать, потому что брошь очень красивая. Вот и вот этот вот сам шарик, который здесь вот на броше, да, выполняет роль цветка. Он тоже очень красиво и изысканно смотрится. Такая брошь. Следующая брошь, это брошь сова с камешком. Вот такая вот совушка со стразиками, тоже очень красивая. Далее это вот такая вот брошь буква О. Ну, так как меня зовут Ольга, то у меня, конечно же, есть такая буковка. Я думаю, что у многих есть подобного рода буковки, будь то подвески на цепочке, либо какие-то кулончики, либо вот как у меня брошечка буква О. Тоже очень красивая, она такое под золото. Вот такая вот брошь. Она похожа немного, наверное, на факел, что ли. Тоже здесь вот стразинки по низу проходят. Очень красивая брошка. Одна из моих любимых брошек. Это вот такая. Тоже винтажная брошь с перламутровыми бусинами. Голубого и нежно-фисташкового цвета. На булавочке. Следующая, не менее любимая моя брошь, это вот такая вот тоже на булавочке, такие вот перламутровые бусины, такие цветочки в металле, тоже очень красиво смотрится. И, конечно же, ее, как мне кажется, лучше носить на пиджаке, либо на драповом пальто, очень красиво дополняет образ. Такая вот брошь. Следующие это вот такие вот листочки. Тоже они поистерлись уже немножко. Но я вот думаю, может быть, как-то их возможно будет отреставрировать. Тоже одна из моих любимых брошей. Такого вот плана. Далее вот такой вот бантик тоже со стразами. Как ни странно, здесь все стразы на месте. Как правило, они очень любят вылетать из своих вот этих вот ячеек. Но в данном случае все на месте. Тоже под золото. Вот такая вот брошь. Такой цветок невероятный, красивый. Также очень интересно смотрится на пиджаках. И тоже все стразинки на месте. Очень красиво.
Приобрела я себе на весну 2020 года еще несколько новых брошек, хочу вам их тоже показать. Первая это вот такая вот сойка, это металлическая брошь с нанесенной глазурью, невероятно красивая. Мне кажется, что она будет очень здорово смотреться на джинсовых вещах. Также я приобрела себе брошь-сороку, по крайней мере мне кажется, что это сорока, это акриловая брошь и сверху покрыта перламутром. Очень красиво, такой блеск от нее исходит, очень мне понравилось, поэтому я ее приобрела совсем-совсем недавно. И третья брошка, ее я заказывала в интернет-магазине, это тукан всем известный. Невероятно яркая, невероятно красивая, очень красиво поблескивает. Мне она, в общем, очень понравилась, и я ее тоже решила прикупить и походить этой весной в красивых брошах. Еще одну брошь хочу вам показать. Она невероятно красивая. Здесь очень много страз. Достаточно длинненькая. Под серебро выполнена. Невероятно красивая. Тем более на лацкане пиджака. В моей коллекции есть броши абсолютно для любой одежды и для любого события. Всем огромное спасибо за внимание. Пишите комментарии, носите ли вы броши. Будет очень интересно об этом узнать. Подписывайтесь на канал Добра и Бантиков.